Михаил Прохоров отправит скандально известный проект «Гражданин и поэт» в регионы. Миллиардер, который то ли уходит из политики, то ли в ней, остается намерен оплатить гастроли проекта. Евгения Воскобойникова знает все подробности. Женя, расскажи, пожалуйста, что будет с поэтом и гражданином в регионах? Да, спасибо, Никита. Дело в том, что бизнесмен Михаил Прохоров намерен оплатить 15 выступлений гражданина и поэта по всей России. Обойдется это миллиардеру в 9 миллионов рублей, не так уж и много. О гастролях актеры и бизнесмен договорились еще давно, когда Прохоров возглавлял партию «Правое дело». Но, несмотря на то, что миллиардер якобы ушел из политики, гастроли он все-таки намерен оплатить. Теперь Быков и Ефремов будут выступать под эгидой благотворительного фонда Прохорова. Во время выступления Михаил Ефремов, обычно он в образе известных поэтов, читает стихи на злободневные темы, которые пишет ему Дмитрий Быков. Выступления поэтов пользуются очень большой популярностью не только на радио и телевидении, но и на многих московских площадках. В одном из выпусков Ефремов прочитал стихотворение непосредственно о Михаиле Прохорове под названием «Дядя Степа – миллиардер». По всей видимости, Прохорову произведение понравилось. Сам Прохоров также намерен оплачивать создание в регионах театральных студий для детей и подростков. Об этом проекте он договорился с актером Константином Хабенским. На это Прохоров намерен потратить чуть больше $1 млн. Кроме того, бизнесмен продолжает поддерживать научные инициативы в рамках проекта «Made in Russia». Кстати, реклама этого проекта с портретом Прохорова использовалась для того, чтобы обойти запрет на агитацию как раз до старта избирательной кампании. Никита. Спасибо большое. Евгения Воскобойникова о Михаиле Прохорове, который хоть и ушел, по его собственным словам, официально из политики, формально деятельность свою продолжает.